этот ребенок будет в дальнейшем искать вот эту грандиозность. То есть это грандиозные проекты, грандиозные какие-то задачи. Он вот будет мыслить глобально. То есть вот эту недобранную в детстве грандиозность он будет пытаться добрать во взрослом возрасте, компенсируя вот себя через какие-то вот такие достижения. И когда он будет вот эти вещи достигать, вот эта внутренняя пустота на какое-то время будет заполняться. Но как только он вот это сделал, он бросает и он включается в новый и в новый проект. Вот эти вот все бизнесмены крупные, достигаторы, которые вот мыслят глобально, которые вот как бы берут вот это все и не могут остановиться. Вот чаще всего причина как раз вот в этой детской нарциссической психотравме. То есть нарцисс, он постоянно испытывает внутри чувство пустоты. Вот это вот чувство неудовлетворенности. Он не знает, какой он. И, как правило, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, он начинает вокруг набирать какие-то образы и вот вставлять их туда. И говорить себе, ага, я буду вот такой и вот такой. И в итоге он на базе вот этой пустоты как бы собирает свою некую ложную личность. Такой человек с такой ложной личностью, у него выпадает способность сопереживать. То есть такой человек не может испытывать эмпатию. И вот по этому признаку он очень сильно отличается от истероида. Потому что истероиды, они чаще всего, наоборот, эмпатичны. Но когда истероид вот сваливается вот в свою истерику, когда его несет, и он уже движется вот в сторону вот этого пограничного психического состояния, вот в этой фазе он как раз полностью переключается в нарциссическую травму. То есть его травма базовая, она как бы углубляется. И вот в таком состоянии истероид, он уже не чувствует эмпатию. Он не воспринимает, ну, какие обидные слова он говорит. Он не понимает, что он делает больно близкому. И в этом он как бы очень опасен и вот, ну, неприятен для взаимодействия с ним. Вот после же, когда он, если он из этого психически разогнанного состояния назад возвращается, он может начать испытывать как бы чувство вины. Он понимает, что он, ну, сделал больно вот другому. Так вот, когда человек уже перешел вот в эту нарциссическую травму, у него нет этой способности.